почему же? Такой прекрасный зал. Такие прекрасные люди все здесь живут. Да, Павпилус, ну что же с вами, друзья? Вы будете сегодня своими людьми играть? Давайте вы будете связи с другом, своим желанием, своим мыслям. Пару-тройку пустых сидений тоже не будем связаться. Нормально, кстати, отлично отработали. We'll be right back.
Я правда не знаю, когда я к вам в следующий раз приеду, поэтому давайте использовать эту возможность. Да? Ладно? Спасибо за тебя, огромное. Как я туда пошел, так я сюда и вернусь. Чего? Пока не терял никогда еще не было. Такого. В общем, уважаемые прекрасные жители города Даугавпилс. Я представляю вам, что я представляю, кстати. Спасибо. Только пожатием обойдемся. Приятный момент. Граждане, уважаемые прекрасные люди, я задыхаюсь от невероятных эмоций. Мне очень приятно вас видеть. Приятно видеть, что зал очень чистый, новый. А значит, что все в порядке у нас в голове и с культурой тоже вроде бы, как казалось бы, тоже нормально. Не считая, конечно, вот этого. У меня. Мы, как дети весны, переплетены. И мы друг для друга с тобой рождены. Теперь навсегда будут холода. И вот скажи мне, слово да. Лети, не отпусти. Твоя любовь, воздушный змей. Тебе летит, а тебе спешит. Дядя! Кто там кричит? Дядя! Как ни грузи, как ни верти, но все-таки это действительно уже дядя. И вот эти приятели тоже уже дяди. Как бы. Вот насчет того, кто прячется за колонками, не уверен. Ну все же.